поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Нильфгардской страны Эмгир император наделал штаб. Привет! Сделаем. Бывай. Приветствую старого клиента. Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Угу. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут темирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет.
Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Мать ему яйца! Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер. Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Изиме. Седлайте коней. Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Ну хорошо, можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Ха-ха!
Давно снилось. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Аудиенции. Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милости вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Куда? На этот стул. Кледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Будь по-твоему. А что потом? Ногти мне подпилите? Если позволит время. Прошу простить, но список гигиенических и косметических процедур, которым следовало бы подвергнуть вашу милость, довольно длинен, а день короток. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство, не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед императором, ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется, бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном Флотземе и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Я выбрался оттуда с Йорвитом, командиром отряда Скейтаэлей. Убийца чудовищ и убийца людей. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди.
Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Ха, если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего? Поскольку сильные мира сего заточили Трис Мерригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе, в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски. Смотрел это верно и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Хм... Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь? И еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. Что-то у меня скорее такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, внимание вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции, чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Жаль, но у меня нет времени. Ведьмак Нордлинга. Невероятно. Жаль, но у меня нет времени.
Ведьман. Он же ведьмак Нордлингов. А говорят, не платье красит человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость, в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Гриме айп арт херзер, дейтвин аден инкарн айп морвуд, эмгир вар эмрейс. Поклон! Император. Арэр айп то орде. Эвелен наман вадгерн, ваборт.
Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч? 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведки и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит, проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость... презирает. Не должны беспокоить. Видит с самого утра, а уже полдень. Спокойно! Простите? Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эревард II, князь Эландера. Мало того, что он держит меня здесь, как какого-то просителя, так еще и в чьей компании? Грабельщика! Гробовщика! Мастера гильдии гробовщиков! Да какая разница? Я требую... Спокойно! Император работает в тишине, а тех, кто ее нарушает, сурово наказывает, независимо от происхождения. Я Аннеен. Ратслиден. Я аннект эстум эссесэр Аннеенфаэр. Эссеси тавзиде аэп фианса наэн матэнг. Нэн комфуртайль, аннеен впаваль. Эс фраг кэззиде. Ду. Виссэ варатре эспаас аэп. Тет хатегене энкаландне сайвелосэр. Айф Буклер. Можно вас прервать? Чем прерывать, лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете. О том, как трудно его сохранить. Я кое-что об этом знаю. Пояснишь? Вечно одно и то же. Я стараюсь держаться в стороне, а потом получаю срочное приглашение. И предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему? Я уже говорил с императором. Угу. И зачем он тебя вызывал? То есть даже ты не знаешь? Нет, но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. Ага, на бабайку. Бывай.
До скорого. Ваша милость, не торопится к чародею? Зэгэна тубэн. Эсвэдэр? Эвэлэн. Катай твэ глэдэвэн. Эсса вадгэн. Эсима стриген аэфэрэн байнкарнан. Лакаэн. Эвиос. Эвиос кэсэмбаль. Эсса сэнт. Эсвэн нордлинг. Аллайк. Нэнте мир даэтра. Ты сбежал из эльфского отряда? Энкельфи дангард врай. Эссе плентен аэп нордмахе. Энкельфи дан. Сихиет хэфит касвэ каэн гвельде тумэвэ. Веродр кайсэ, вандрэс лахе, аэп каэрден дюгис вековару. Глаанэ эссе пласэ. Квандр галу эссе нагвасэ. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Очинил Берл? Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники, а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других. Всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм. Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Знаешь что, я сам составлю рапорт. А ты потом перепишешь набело. В трех копиях. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр-Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири, хорошо? Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча, и не могу рисковать. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт. Прежде чем это сделает дикая охота. Чего дикая охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде.
След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэртрольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Я слышала, вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется», или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. Это вон тот тип. И Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Шрам отлично зажил.